есть видоизмененные щупальца, которые называются рапалии. И в них есть светочувствительные пятна, с помощью которых медузы могут отличать, где светло, а где темно. Тем самым себя направлять там, к более темному участку или светлому. Помимо этого, у них есть орган равновесия, который тоже находится в рапалии, в этом видоизмененном щупальце. И с помощью него медуза понимает, где верх, где низ, и может плыть от дна к поверхности или же наоборот. Вот. Или, например, если медузу дезориентировали, например, какая-нибудь рыба или там, нерпа проплыла, медузу задела, вот, она неконтролируемо вращалась, и она может поплыть либо вверх, либо вниз. В принципе, есть такое явление, что медузы могут уходить на глубину, чувствуя приближение шторма. Иногда это связано с тем, что медузы могут чувствовать перепады давления и на это реагировать. Также они могут реагировать на затемнение и посветление. С течениями тоже они их чувствуют. Например, если в аквариуме недостаточный ток, то медуза будет очень вялой и медленно сокращаться. Если же ток усилить, то медуза будет сокращаться и плыть гораздо активнее. Вот, например, та же аурелия. Некоторые могут и электрические разряды чувствовать, но в природе с такими явлениями медузы сталкиваются довольно редко. Просто может это ответ нервной системы медузы вот, на раздражитель, и просто они могут на это ответить. В принципе, все медузы ядовитые, потому что они все относятся к стрекающим, у них есть стрекательные клетки, и все стрекательные клетки содержат в себе яд. Просто некоторые медузы более ядовиты для человека, некоторые менее. Есть, собственно, стрекательные клетки, которых есть много разных типов, и в том числе в одной медузе может быть несколько разных типов данных стрекательных клеток. И вообще, совокупность этих стрекательных клеток называется книдом. Она может быть индивидуальной для каждого вида, также для рода и для семейства. Некоторые стрекательные клетки могут выполнять функцию только зацепления жертвы, а некоторые выполнять конкретно уже функцию умерщвления, а точнее впрыскивания яда. Сама по себе стрекательная клетка – это капсула, в которой содержится свернутая нить, гарпун и яд. Когда происходит срабатывание стрекательной клетки, она выстреливает в жертву, пробивая клетку какого-нибудь рачка или рыбы, и сквозь это отверстие проникает непосредственно уже токсин. Крайне неправильно говорить «укус медузы», потому что у медузы нет зубов, которыми она может вас укусить. Она может вас обжечь, действительно, или можно еще использовать термин «ужалить». Стрекательные клетки имеют свойство сохраняться даже когда медуза умерла. И даже если медузу полностью высушить, то сама стрекательная капсула, она сохранится. И можно произвести выстреливание стрекательных клеток с помощью добавления пресной воды или уксуса к уже вот высушенным капсулам. Может сохраняться довольно долго, то есть там, несколько недель или даже месяц. И то есть если вы шли по пляжу, увидели засохшую медузу и решили взять ее в руки и намочили, то есть вероятность получения ожога. Свечение медуз связано с флуоресцентными белками, которые находятся внутри медуз. Самый известный белок – это зеленый флуоресцентный белок, который был выделен из медузы Эквареи, вот, из-за которой три американских ученых получили Нобелевскую премию. Но интересно то, что изначально увидели совсем другой белок в медузе Эквареи, который водится тоже и в наших водах. Он сам по себе синего свечения. И когда детальнее стали изучать различные белки в данной медузе, уже потом выделили и сам зеленый флуоресцентный белок. Для некоторых медуз, например, медузы Alindias, установлено, что зеленый свет
он используется как приманка для некоторого планктона и молоди рыб, чтобы медуза могла их съесть. Потому что рыбы очень хорошо видят зеленый свет под водой. И для них это как для кота лазерная указка. Вот. Точно так же можно на самом деле светить зеленым лазерным светом, и рыба будет очень остро на это реагировать. Точно так же они ведутся на вот эту приманку медузы Alindes, которая щупальца светится зеленым светом, и рыбы пытаются ее укусить, думая, что это какой-то планктон. Нет еще пока таких статей, в которых было бы написано, что вот зеленое свечение у крестовика используется для приманки. Но так как есть фотографии, что молоть рыб, там, малек где-нибудь около сантиметра длиной внутри медузы крестовика, то, ну, вероятнее всего, это используется как приманка. Стоит отметить, что грибневики – это не медузы. То есть, да, это своего рода жилетелый планктон, но они относятся к типу грибневики, а медузы у нас относятся к типу стрекающие. И это две очень большие группы животных, которые кардинально отличаются друг от друга. Это совершенно другая природа света, и это не свечение так таковое, это всего лишь отражение. Можно заметить, что грибневики, они переливаются радужно. Точно так же, как мы можем это видеть на некоторых стеклах или призмах в нашей жизни. И когда пластина грибневика, с помощью которой он перемещается, она меняет угол, соответственно, свет отражается и попадает к нам под разным углом, и мы видим разный цвет, там, от фиолетового до красного-желтого. Обычно они встречаются массово, вот, но зачастую это связано с тем, что они просто массово, например, вот народились где-то в определенном в определенной области, там, в определенной бухте или даже в открытом океане, и их просто вместе гонит ветром, течение всей вот этой, этим роем. Потому что, в принципе, наиболее правильный термин для группы медуз – это, ну, также, если переводить с английского, то это рой. Вот, хотя, ну, у них нет улья, но все равно это вот такая очень большая группа, которая держатся вместе только благодаря силе течения и силе ветра. Потому что в целом, ну, нельзя сказать, что они вот стайные животные, как, например, некоторые рыбы, и это позволяет им избегать атаки хищников и иметь выше шанс на выживание. Многие медузы просто, ну, например, как тот же крестовик, они вообще не собираются в стаю. То есть вот он сидит на веточке застери или саргассума и ждет добычу. Вот. И другие медузы тоже где-то там недалеко сидят. И они оказались вместе только потому, что вот один полип или там группа полипов с одного камня их отпочковала. Вот. И они просто далеко не уплыли. Если говорить про те же кубомедузы, они, ну, так такового противоядия особо, ну, не существует, хотя есть организмы, которые могут ими питаться. Также и с крестовиком, то есть он может быть опасен для многих рыб, но при этом другая медуза хризаора, которая может проплывать рядом с травой, находили крестовиков, которых переваривала хризаора. Способностью накапливать стрекательные клетки характеризуются голожаберные моллюски, потому что у них нет раковины, которой они могут себя защитить, поэтому они приспособились питаться разными гидроидами и в целом стрекающими и сохранять эти стрекательные клетки в таких особых выростах-сумках, которые называются ценосаки, и они могут использовать эти стрекательные клетки для защиты от врагов.